Короче, что, мои хорошие, привет, привет всем. Я сегодня иду доделывать бумаги. Смотрите, какая у нас сегодня погодочка. Какая красота. Я оделась, и я думаю, что мне жарко будет. Градусов 22, наверное. Сегодня четверг, иду доделывать бумаги. Вчера себе сделала маникюр, гель бордовый под свои шмотки. Короче, и так, мои холосые. Мы в Ужгород приехали, и сейчас будем проезжать железнодорожный вокзал. Какой он красивый, большой. Не знаю, будет его хорошо видно. Вот я беру с машины издалека. Смотрите, какой красивый, огромный. Какой длинный-длинный. Ой, какой он красивый, длинный. Я так и сама не обращала внимания. А тут на набережную центр получается. Как красиво сделали. И шашка вот эта. Я уже снимала видео. Мы идем по нашим делам. Короче, где машину поставить? Какие здания есть. Боже, 100 лет здесь жила, и я не обращала внимания. Красиво здесь. Не знаю даже, что. Вот эти стоянки такие. Здесь тоже проблема. Негде поставить машину. А здесь у нас... Это где я бумаги делаю. 100 лет здесь ходила. И я... Ну-ка... Когда человек-блогер обращает внимание, видите, негде машину поставить, туда вниз малый повез машину. Короче, модные магазины. Здесь тоже люди стесняются, не все хотят снимать. Чтобы снимать, прячутся от камеры. Ну, они, может, думают, что я их снимаю. Не знаю, может, здесь блогеров нету, или что, или почему. Все прячутся. Знаете, что нормально? Я думаю, мне будет жарко. Это тоненький такой гольфик. Какое дерево, смотрите. Нифига нормально. Мне на пятый этаж здесь лифта нету. На пятый этаж сейчас пока выдрусь. Это здание на пятый этаж, мне надо выбраться. Где мой? Смотрите, дорогу ремонтируют, что-то опять. Ну, красиво здесь, в Ужгороде, и тепло. Как красиво, да? Смотрите, дождик, наверное, будет, солнышко спряталось. Короче, вот это пятый поверх, пятый этаж, поверх по-украински. Пока я туда вылезу, оф. Кафе здесь очень классно. Я любила в этом кафе сидеть. Сейчас пока делами разберусь. Красиво в Ужгороде. Короче, все, я уже все бумаги получила. Но здесь украинские, короче, на сына. Осталось мне на Стамбул. Три бумажки. Вот это сейчас обед. Ну, короче... Ужасно, как делать. Назначили нам на 12 часов, допустим, ждали. У них обед в час. Без 15 час пришли на место. 45 минут ждали в коридоре. Это ужасно за такие деньги. Мы все проплатили. И ждали столько долго. Вот какая у нас система. Сейчас до обеда я должна подождать, потому что, считайте, получается, обед попал. Мне надо в суд. Получить бумажку одну, потом в архив. Короче, и почти все готово. Погода супер, сегодня даже жарко. Короче, система. Но это добили, слава богу. Все, конец. Больше сюда ходить не надо. Еще мне три бумажки на Стамбул. Но это так, посмотрим. Если я успею,
Просто я сегодня не очень здоровая, не очень плохо. Ну, есть еще слабость, кашляю. Посмотрим. Может, в воскресенье буду вылетать. Может, один день-два задержусь, если посмотрим, еще зайдем. Что там мне скажут в архивы. Короче, что, мои хорошие, сейчас я в парке, жду, короче, где-то осталось 25 минут, попали на обед, короче, жду вот это, еще надо мне, говорю, много куда зайти, здесь я в парке, у нас, слава богу, даже очень жарко, мне жарко сегодня, я не знаю, говорю, сколько сейчас температура, но вечером было, то есть ночью было тепло. Короче, так, мои хорошие, вот если вы делаете бумаги, даже если заплатите в Украине, понимаете, собирали с меня всю мою шкуру, но мне пришлось ждать договор дороже денег. Мы приехали очень быстро, потому что сказали, что назначили время и ждали 45 минут. С ума можно сойти, мои хорошие. Короче, вот такая у нас система. Еще как бы все сделали, они должны были мне отдать бумаги, сказали, что через компьютер это должно пройти, короче, ну, уже сын получит. Я уже ждать долго не буду. А еще говорю, осталось мои бумаги сделать, как бы это самое, на Стамбул, три бумажки. Но я не знаю, мои хорошие, успею я, нет, прилечу или вышлют мне. Но сейчас за эти дни я попробую вот это сделать. Короче, походить. Сейчас в суд мне, потом этот в архив бумажку надо, что мне еще надо. И о несудимости с полицией взять. Но это я перезвоню, надеюсь, это мне сделают. Короче, вот такая у нас система, мои хорошие. Приходится очень долго ждать. Смотрю, люди очень раздетые. Короче, что это как бы наслаждаюсь еще чуть-чуть здесь. Но уже скоро поеду. Так что, мои хорошие, круто побывала в Украине, дома в Закарпатье. Потом еще заеду во Львов, надеюсь. Холодно не будет, у меня нету теплых вещей. Не хочу из дома таскать, потому что там очень много у меня есть. Некуда складывать, а потом все отсюда вывезу, прилечу. Мне что одеться буду, все покупать. Сейчас тоже себе купила спортивные штаны. Ай. И футболочку, не знаю, очень понравилась мне такая хорошая, ну не знаю. Так что, мои хорошие, сейчас вам покажу парк. Детки в школу ходят, смотрю, раздетые люди. Это вот прямо, смотрите, храм видно, как красиво. Это как бы все близко, но Ужгород, я не знаю, наверное, миллион нету. Не знаю, сколько, 700. Или вообще не знаю, даже не интересовалась. Можно в интернете забить, узнать. Ну, зачем мне это надо? Это самое, это парк такой. Их здесь много есть, красивых. Просто я здесь близко, как бы все вот эти бумаги делаю. Некогда мне ходить, гулять, шляться, чтобы... Нет времени, мои хорошие. Смотрите, как классно. Осень, парк. Детки в школу ходят. Где-то, наверное, близко школа, потому что очень много детей. Цветов нету, все высохло. Ну, и то хорошо, что тепло. Так что так, мои лапулечки, хорошулечки. Смотрю, купила себе там какие-то шмотки, чтобы это не забыть их. Потому что могу и забыть, у меня же это самое после этих таблеток столько, понимаете. Вообще, еще лечусь. Еще немножко лечусь, мои хорошие. Не знаю, жаль, лучше себя чувствую иногда, когда очень жарко. Ночью особенно кашель. Это, короче... А, еще мне надо дочке купить. У нас там было много чего на этот фирма Коди Лаки, что там она заказала, мне повысылала фотографии. Ждет меня. Знаете, когда ближе уже лететь домой в Стамбул, когда уже как-то скучать начинаешь по Украине. Как по Украине? Здесь мой сын. Не знаю, родные места привыкла, сколько лет здесь, считаете, получается, около 30 жила. И поэтому мне бывает, что когда уже знаешь, что буду улетать, скучно.
Жарко мне, мои хорошие. С подругами ни с кем не встречалась, потому что все заняты, все работают. А я, честно говоря, и болела. И с двумя встретилась, но они в камеру боятся зайти. Здесь нету такого блогера. Блогерство люди не знают, стесняются, боятся. Как это самое... Когда скажу, что в YouTube, они многие знают. Ой, сразу убегают или должна удалить. Вот так, мои хорошие. Здесь немножко тяжеловато. В Стамбуле это попроще. Снимаю, что хочу, где хочу. Да ничего страшного. Еще, слава богу, за такое время у меня никогда не было проблем. Волопулечки мои, так что так. А тут гостиница, отель Ужгород. Смотрите, какой красивый. Ай, какие цветочки, насажены клумбочки. Вот это суд, районный суд Ужгорода. Короче, здесь такие-то челы, мои хорошие. Вот, не знаю, там смогу я, вряд ли. Здесь когда-то миллион раз была, все время судилась по кафе. Вот этот. Там вряд ли, потому что без паспорта даже не пустят. Короче. Так что так, мои хорошие. Короче, я сегодня целый день была по делам. Делала бумаги, ходила, что выходила. Все, слава богу, это конец. По заведению, все уже на малого переписала. Сейчас осталось мне на Стамбул. Короче, в архив туда-сюда бегала, я не успела. Завтра с утра опять в Ужгород. Но не знаю, как получится. Так, сейчас я посмотрю, потому что я одной рукой веду, а еду к свекрови. Под вечер прохладно. Я еще немножко плохо чувствую. Все, голос у меня такой хриплый. И вообще кашель есть. Так все, слава богу. Люди на меня так смотрят, что я за рулем не снимаю. Вот так, мои друзья хорошие. Лапулечки. Такое видео сегодня для вас сделала. Так что так, до скорой встречи.